все. Ну и все, он запущен, самое главное. Публика любит шок-эффект. Я на самом деле занимаюсь инфобизнесом. И это мое профильное. Публика любит оригинальность, шок-эффект. Им не нужны какие-то там обычные ники. Им нужно что-то, что цепляет. Интересный образ. Итак, лучезарный образ. Нажми лайк там сразу. Да, попозже, если дело пойдет, мне впирать будет, а трафик можно накрутить. Ну, накручиваешь больше просмотров на твой канал, правильно? И он летит в топ автоматически по этой игре. И ну да, да, либо банится. Ну, не банится, там по грамотно. Нет этого, когда он отвалился, он этот петух опух просто, и все. Он испугался, на самом деле. Да не, видимо. Ну что, го вдвоем просто. Да подожди, а чувака-то что с ним случилось? Как посмотреть, сколько народу нас смотрит? Ну... Там, ты открой трансляцию, там видно. Я открыл, я вот не вижу. Ну, никто, значит, не значит, смотрит. Никто, да? Пока никто. 8. Алло. А чё ты его, пригласи его в чат. Ой, фу, в чат, бля, в отряд. У меня все готово, что вы там? Ты добавь ты меня, придурок. Алло. Алло, алло, у меня что-то оборвалось. Ну оборвалось, а чё ты, я тебе отправил приглашение, почему ты не принял заявку? В игре, давай. Ты принял заявку мою или нет? У меня почему-то пишет соединение невозможно в игре. Сейчас перезапущу ее. Кика его. Пошел, кика его, бля. У меня а уже. Ладно, сейчас все нормально было. На натуре. Я знаю таких людей. Просто за тупого. Он просто будет тупить так всегда. Потом зайдет в игру, сольет там ее. Ну че ты? Обращайся с людьми проще, братан. Да сейчас он зайдет у него, бля, не он же тупит, игра у него тупит. Знаешь, вот эта вот чувствительность, надо как с мясом. Посмотрел, не понравился, выкинул. У меня даже заявки нету, никакой добавления в друзья. Значит, ты ник неправильно свой написал. Добавь его сам, бля, Star Light ник. Очень просто пишется по-английски. Star, звезда, и light, свет. Звездный свет далеких планет. Либо меня. Не палит по ночам. Либо меня добавь. Либо его. Бля. Запрос отправлен. Да, вижу. Все. Все, давай. Ну, ты просто неправильный ник свой, мне кажется, скинул. Снежный. Так, отряд. Котейка. Ну чё, господа ватники. Вот нас трое человек уже смотрят. Или это все три, мы друг друга смотрим. Я постепенно буду... Давай так. Уже запускай. Go. А, нормально. Звук в игре. Я, кстати, выключу звук в игре, мне он не слушно, я по нему скучать даже начинаю. Нам нужен один лайнер и два лесника. Так, ну я на лайн могу Ададжо пойти. Иди Ададжо. Я беру тогда этого парня, а ты бери Кру, все правильно ты делаешь. Ну, погнали. Нормально. Надеюсь, хоть в игре ты не подведешь нас. Да. Сколько у тебя побед, птица? Ой, я не помню, порядка 130 или 150. Нормально. И как тебя зовут? Мне не нравится называть тебя птицей. Серега? Серега. Серега, отлично. Еще один. У меня так много Серег, короче. Не заблудишься в них, не? Сережа, отличное имя. Вот все пацаны с именем Сергей, все нормальные, ровные. Так, пацаны, меня на этом... А кто у них там? Скарф, Глэв... Куль. А, все, нормально, я скарф уберу. Постараюсь. Ну что, мы нормально затащим их. Юра Пестов, ты слышишь наш? Если слышишь, напиши в комментах. Как слышно там все дела? Мы очень жесткие
Нас читает и смотрит Михаил Прашков. Пацаны, если вы нас слушаете и смотрите, пишите комменты в группе, пишите свои пожелания, пишите, что вы хотите от этого стрима. Либо лучезарный Локи Старлайт рассказал вам о новых интересных тактических моментах в игре Vainglory. Какие-то комбинушки мы с вами заюзаем. Не стесняйтесь, если даже вас двое, блин. Двое уже какая-то публика. Хорошие артисты выступают и ради одного человека, если это внутри. Вот мы с Котейкой нормально фармим лесок. Давай, забирай, тебе больше фарм нужно, чем мне. Забирай, давай. Оп, экспульчик получил. Так, пацаны, ко мне тут Глэйв пришел. Ты нормально там стой за вышкой, как в доте, втерпай спокойно. Просто получай свой фарм и не лазь. Ты еще и убил там, вообще красава. Просто... Ну, бля, ко мне этот пришел, третий. Бояться. Отец, давай, жарик, бля, братишка. Это... Давай, крульчик, падай. Вот они тут вообще полудохлые оба, блин. Одному уже слил. Аккуратней там, не сдохни. Мы леса их чекаем. Нам важны их леса, мы хотим лишить их фармы. Ой, вон там кто-то фармит, смотри. Петушок фармит. Мы забрали у него крипочка-то. Локи Старлайт сделал свое грязное дело. У нас 5 уже слушателей. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, под нашим постом. Чуть напишите. Пишите да. Лайки каким, дизлайки ставьте. Не знаю, нравится вам, не нравится. Обязательно активность. Уходи. Котейка, давай иди ко мне. Давай. Я тебя подстрахую. Смотри, за мой хвост цепляйся прям. Опа, я тебя вытащу. Потом на развороте, смотри, петуха сейчас отжарим. Все, и уходим опять. Смотри, что. Я как раз фласочки Дерегенюсе. Я наверх. И видишь, за двумя-то не... Они меня хотели. Вот дебилы, да? У меня-то инвиз есть. Опа! И ушел, бля. Как лохов мы их развели. Че, пацаны, нас уже 9 человек смотрят. Да и нас будут смотреть тысячи людей, бля. Миллионы. Миллионы будут, да, конечно. Потому что дело не в стриме официально, неофициально. Дело в том, кто этот стрим ведет и кто играет. Да ты че, петух, смотри, что он делает. А я опять у него забрал крипочка. Какие они лохи, какие лохи, боже, блядь. Я жарю его с руки прямо в задницу. Оп-оп-оп-оп-оп. Смотри, что. Че, пацаны, я вас покажу, что вы там делал. Давай, добивай его. Да, изи, это мой фраг. Ну, красавчик. Просто изи, это просто ни о чем на уебки, ёпты. Фармим их, блядь. Сейчас, пацаны, я закуплюсь. Выйдите на лайн, там скарф полудохлый. Сейчас я свой фарм вытащу. Вообще, по дефолту, так и... Ну, я, кстати, слышно меня в стриме? Мне кажется, может, меня просто не слышат эти парни. Блин, ну, мне показывает, что всех спроси, слышно. Слышат ли они лучезарного Локи Старлайт. Если слышат, пускай отпишутся под постом в группе. 2-0, вот закуп. Как будто не слышат меня они. Как будто они меня не слышат, бля. Если они меня слышат, я просто так потею, бля, стараюсь. Да не, не зря. Не, ну слышишь или нет? Ты же сказал, что только тебя слышно в стриме. Да, слышно вроде. О, еще. А ну это проверить-то легко на самом деле. Второй ушел нахуй, отдыхает. Спажочек надо купить, спажочек я не купил. Пойдем, Котейка, заберем у них. Во-во-во, пошли. Шахтеры заберем, кто там не пишет. Изи. О, третьего забрал. Ну вообще, что-то... Кстати, на круле катится очень хорошо. Так, да, вот у меня и шестой пацан пришел на 5-й минуте. Это нормально. Вообще... Потому что у меня 4-й на 5-й минуте в лесу. Вдвоем. А уже 5-й. Ой, тут Глейв фармит. Ой, как мы его жарим-то. Прогнали. Михаил, ты на них не попадаешь. Бля, по ходу дела меня не слышат уж, чувак. А нас комментит.
Картин сделал свою роль. Ну, там 3 кома уже под нашим этим. 2 лайка. Ну, лайки, ладно, наши. Слушайте, там пол... А, нет, там 2/3 башенки осталось, думаю, можно забрать. Давайте убирайте Глэйва и пойдемте башенку заберем. Все, вот они. Смотри. Опа! Опа! Бля, только я ушел. Опа. И все, видишь, изи просто. Так, нужно бабки копить. Как детей, бля. Все, 7-й уже. Так, у них 3-4-6. Сейчас даджи еще всех затащит нафиг. Вот вон турерка на плюс 300, кому. А это какие траки прям несусветные. Они сдаваться уже должны мне. А, они не могут, блядь. А, все, сдались. Ну вот. Вот и все, ГГ, пацаны. ГГ, ВП, за 7 минут. Как, какие вопросы к нам вообще? Кто там хочет? Ну все нормально, я считаю. У них кто-то АФКшил, что ли, или что? Крул у них, походу, вышел. Засал, короче, пацаны. Ну, а вначале слился, мы вначале нафигарили их и все. И что, еще будем игру? Давай еще одну и все. Давайте еще. Давай. А то 7 минут как-то вообще. Я не успел расчухаться. Алло. Скажи к чему. А не, меня слышат в стриме. Ну. За 7 минут. Какие вопросы к нам вообще? А у тебя пишется же, да, эта фигня? Да, пишется все. Вообще отлично. Ребят, заебали со стримами, пишет. Снежная, а кто ты? А, она дригенит. Ой, заходи здесь, логинится. Наверное, она с Дагестана. Ну, она у меня в друзьях есть, мы с ней играем. Я ей, кстати, писал, предлагал поучаствовать, а она что-то не проигнорила. Давай за. А что, кого мы, в смысле, почему мы не имеем права выкладывать картинки с нашими стримами? Я вот это понять не могу. А что, удаляют, что ли? Ну, меня, короче, вообще постоянно диссит вот эта вот админша Лиза. Постоянно диссит меня. Я не знаю, за что она меня не взлюбила. Может быть, за мой озорной характер, или, может быть, я как-то... Она думает, что я мечу на ее место, но мне совершенно это неинтересно. Так, ладно, так что, Лиза, не гони на меня. Мы тебя любим, на самом деле. Локи Старлай тебя обожает. Так, куда у нас котейка делся? Я громко избавить вышел. Котейка, а видишь, несмотря на твой ник, короче, твое имя тащит тебя. Ты котейка, ничего, парень, прям респект у тебя, брат. Может, тебе котейка надо играть? Да не, она шляпная, братан, шляпная эта кошка, неинтересно с ней вообще. Она тащит только в мидл гейме, там, в серединке она хорошая. А потом с кем-то она тащит нормально, со своим станом и прыжком. Котейка, ты вышел, что ли? Ты будешь с нами играть? Нет, я здесь. Я говорю, громкости выходил сбавить, добавьте меня. Занят. Добавляю опять, принимай. Угу. Все, погнали, запускай уже. Нет, он, блядь, не принял ее. Сейчас примет все. Че ты не принял? Принимай. Ты принял, братишка? Нет, не вылетало ничего пока. Бля, сейчас я распущу отряд, тогда заново соберу. Играть. Так, друзья, создать отряд. Котейка. Вот, пришла. Мпиксель. Йоу, ладно. Йоу-йоу-йоу. И нажимаем старт. Погнали. Стартулечка! Ах, хорошо! Найден матч. Точно, ну что, так же ребят, берем. Лайнер и два лесника. Че, я давай опять отдажа возьму. Давай так же, просто изи. Так, а мне так и нравится. У меня прям вот на таке, вот если бы была статистика
побед, поражений на всех персонажей. Я, у меня, наверное, на тайке были все практически победы. У меня 200 плюс побед, но у меня за тайку из них, наверное, 150 точно. Читерный перс, на самом деле. О, глайд кто-то поставил. Третий. Бибу Джумабаев оценил нашу запись. Респекте, бибутище. Если бы у меня такое имя было, я бы, наверное, повесился, бля, или поменял его. Бибу Джумабаев, бля, ёб твою мать. Дарт Вейдер любит, бля, я тоже его люблю. Ну чё, начало, раз, два, три, стартуем, поехали. 9 у нас человек просматривают. Вообще, кстати, неплохо ты стримишь. Всем респект. Всем респект, конечно. One Piece, One Love, воу-воу, йоу. Четвертым колесом. А он думает, что мы колеса. Колеса жрём, сидим тут, да-да, под колесами. Снежная, играем. Если ты нас слышишь, Снежная, мы с тобой играли, и ты знаешь, что я классно тащу за атаку. Мы тебя любим, целуем, обнимаем. Давай с нами, конечно. Но пока мы не можем, к сожалению, не позволяет игра. Собирай стак 3 на 3, сыграем, порвем вас в хлам. Три таки на три таки. Ну нет, так нельзя, по-моему. Мы сделаем, под колесом можно. Колеса. Нет, мы не ждем, мы против наркотиков, мы за любовь, там, за труд, за здоровый образ жизни, за качалку, там, все дела. Мы не такие парни, мы не занимаемся пропагандой наркотиков, алкоголя и прочего дерьма. Траважный наркотик. Бля, ну как хуй знает. Ну я курю 7 лет, я не знаю. Не знаю, но мне кажется, все-таки наркотик это все равно ебаное дерьмо это все. Не надо, не стоит про вещи, про эти вещи говорить, потому что нас могут сейчас смотреть дети. На стриме уже 12 человек. Всем передаем вам привет. Я думаю, что с каждым разом вас все будет больше и больше нас смотреть. Наш контент будет качественнее. Воу-воу, так я пришел. Вот меня затащили. Ну, у меня Глэйв пришел и слил. Свиток всегда выручает конкретно. Слушайте, тут тал... Уходи, 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 бля. Сейчас. Да, да, да. Давайте ко мне. Слушай, меня просят спеть. Просят спеть. Хотя ты давай пой, что ты? Я не умею.
Отдай, Джо, крылатый. Ку-ку. И тебе ку-ку. Кукарику. Воу-воу-воу. Пацаны. Ой, ко мне Така пришел. Всем. Ну и че? Пацаны, я на закупочку, постоите здесь на 5 сек. Конечно, конечно. Что там, 5-я минута, вот такой вот у нас закуп. У нас у всех по свитку. И нас уже 14 человек смотрят. Мы побили рекорды всех других стримеров группы. Слушайте, куда-то Крул этот делся. А, пила. Давайте идите сюда, он тут на меня прыгает, пила. Ко мне. Пойдемте заберем эту вышку, я ее там снес половину уже. Бам. У меня маны нету. Пацаны, маны нету, это плохо. О-о-о-о, ой, парни, очень плохо у меня все. Я... Да, спасибо, пацаны, от души, блин.
Вообще выручаете. Как без вас? Люди удивляются, почему, типа, мой экран, а комментишь ты. Я покажу пацанов, вот пацаны тут играют даже. Слушайте, они там забирают вышку, давайте выскочите сюда и заберем их. Опа, пацаны, плюс 300 вам сделал. А где они все? Опа! Ой, я так забрал. Пойдемте заберем центр, я иду к вам. Пацаны, я вас здесь жду.